Полетели! Всем привет, ребятки! На канале Funny Game Stream. Меня зовут Максим. Мы продолжаем играть с вами в NFS Most Wanted. В прошлый раз мы с вами выиграли вот такую крутую тачку Mazda. Какая-то там Eclipse? Нет, не Eclipse. Mazda RX-8. Eclipse это у нас Mitsubishi, по-моему. Так, давайте попробуем ее затюнингуем первым делом. Мы с вами прошли, по-моему, босса под именем Мия, по-моему, так ее звали? Нет, не Мия. Как ее звали? Забыл я уже, короче. Так, давайте, значит, отправимся в тюнинг двигателя. Давайте поглядим, что мы тут можем улучшить. Вау, так, ну отлично. Смотри, облегченный ротор и гоночный корпус Venom. Так, и сколько он стоит? 14200, ничего себе. Да, у меня сразу ускорение, смотри как. Так, ну хорошо, я его в корзину добавляю. Так, итого 14200. Так, в корзину, допустим, да, отправляемся. А, я уже сделал, да? А, корзина, вот же, надо нажать. Так, хорошо, приобрести, да, приобретаем. Оплатить покупку и установить, да, конечно. Так, отлично. Дальше, что у нас есть? Трансмиссия. Что нам дает трансмиссия? Стоимость 14, 12. Ничего себе, смотри. Так, а что у нас? Максимальное ускорение, управляемость у нас улучшится. Ну, давайте, наверное, все будем... Так, 12200 она стоит, а у меня 9300 всего лишь, ребятки. Вот это да. Так, ну хорошо, ладно. Подвеска, закись азота, шины, тормоза, турбонаддув. Ну-ка, давай поглядим. Турбонаддув. Ох, тут все закрыто. Профи у меня установлен, получается, да? Да, это у меня установлено. Так, хорошо, давайте дальше. Что у меня там? Подвеска. Подвеска закрыта тоже, ребятки. Прикиньте, так. Ну да ладно. Закись азота. Есть? Нет. Тоже не могу прикупить. Хорошо. Шины. Шины тоже закрыты второго уровня. Тормоза. Тормоза, да, открытый, стоимость всего лишь 5200, и давайте как раз купим. Так, тормоза, турбонаддув, значит, нам остается только с вами купить трансмиссию, ребят, мы не купили, это второй уровень трансмиссии, второй из четырех. Но он стоит 12200, а у нас с вами очень мало денег. Так, хорошо, в корзину отправляемся, приобретаем, значит, с вами тормоза, и все, теперь мы можем отправиться с вами в гонку. Так, давайте, значит, выберем гараж. Да, нам нужен гараж. Посмотрим, что наш черный список. Значит, кто у нас? У нас Биглу, следующий босс. Нужно, короче, 5 побед всего. Всего побед 5, выигранные пари 3. Общий рейтинг 300. Хорошо. Давайте гонку берем. Денежный приз 4000 везде. Ну, давайте вот эту с первой гонки начнем. 5 гонок нам, в общем, с вами нужно выиграть. Давайте попробуем это сделать, хоть бы начнем сегодня, вот, и уже продолжим. Да, давно у нас не было с вами игр, этой игры. Ух ты ж, хорошо стартанули, так, полетели. Сейчас я буду смотреть, как эта машина управляется, давно не играл. Ой-ой-ой, ничего себе, так, ладно. О-о-о, где тут поворот, ничего себе, ребятки. Ой-ой-ой, что-то я слабенько как-то еду. Ладно, хорошо, так, я уже забыл, как тут все делать. Где тормоза, где чего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты посмотри, как у меня плохо все получается, а. Так, я забываю включать еще замедленную скорость, ребятки. Так, ладно, мне нужно обогнать вот этого чувачка. Давай, быстрее. Смотри, как он уходит от меня. Так, давай, оп. Вот так, попробовать, вот. Ох, отлично. Давай, вперед, теперь нитро врубаем. А куда он? Эй, куда ехать-то? Куда ехать? Ох, ребята, я все тут напутал, а? Я все перепутал. И посмотри, я на последнем месте практически, да? Я на... Ну нет, сейчас вот на предпоследнем. Ну, нет, сейчас вот на последнем. Да ушел, чувак, все, сейчас... 5.93 отрыв. Да уйди ты, посмотри, что он творит. Он меня поджимает, ребят. Он меня поджимает. Ушел, говорю. Давай, нитро врубаем. Так, но это мне не помогает. Это мне не помогает, ребят. Так, давайте, хорошо, попробуем вот так войти. Отключаем. Погнали. Вот, полетели. О, хорошо, так. Сколько там до финиша остается еще?
Да, до финиша еще очень много, ребят. До финиша еще... Хотя не так и много. По-моему, сейчас уже скоро будет финиш. Уже скоро будет финиш, ребят. Так, они сокращают путь, смотри. Да, они сокращают путь. Ух ты, один застрял! Один застрял! Ты видел, он врезался, я их догоняю. Я их потихоньку догоняю, ребят. Давай, 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 давай. Надо нитро немножко под нас собрать. Давай, 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 давай. Ну же. Да, я врезал ему, но нет, второй все-таки. Второй, второе место. Зачем я в него врезался, а? Так, начать заново, да, давай. В принципе, это возможно, ребят. Давно просто не играл, не тренировался, вот. От этого такая вот ситуация происходит. Хорошо, сейчас, я думаю, мы с вами уже будем немножечко умнее. Надо смотреть на мини-карту и смотреть, какие повороты у нас там на мини-карте. Вот, вот этот поворот я тогда очень глупо пропустил, ну как бы не заметил его, что он такой резкий. Поэтому у меня тут все сразу пошло не так. Так, вот тут тоже, я думаю, можно... Ох, видишь, даже стекло можно разбивать, оказывается. Давай, погнали, погнали. Так, сбиваем все это, все эти столбы и едем дальше. Так, ну, в принципе, вот сейчас смотри, как хорошо. Вот сейчас хорошо, 6 отрыв. Отлично, давай, 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 давай. Так, вот тут еще поворотик резкий. Так, тоже можно вырубить. Давай, 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 давай. Давай. Есть, хорошо справились с управлением, с заносом, с управляемым. Да, вот здесь я тогда ошибся очень сильно. Так, вот здесь тоже замедленно, но можно уже выключить. Погнали дальше. Ух, хорошо. Хорошо, вот сейчас хорошо, ребят. Вот сейчас отлично. Нам нужны с вами денежки, чтобы еще тачку свою прокачать немножечко. Так, 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 машина, 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 пожалуйста, пожалуйста. Так, три отрыв. Три, давай, 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 летим. Ух, хорошо, нитро у меня есть. Насобрал немножко, насобирал или... накопил, не знаю даже, как правильно сказать. Так, ой-ой-ой-ой, вот сейчас не очень круто, на самом деле, но я справляюсь. Так, хорошо, летим. Давайте вот теперь будем стараться не ошибаться, потому что тут уже практически конец трассы. Давай-давай-давай-давай, тачка, летим. Так, 0.16, отрыв всего лишь навсего. Давай-давай-давай-давай-давай. Ой, здесь сокращения, они сейчас сокращения будут использовать, наверное, да? Так, ну да ладно, я пока лечу. Я пока... Ух, вот это ошибка! Опять ошибка, ребят, опять! Опять ошибка в самом... Да, да ты посмотри, ну в самом конце я беру, ошибаюсь. Ой, и он ошибся, ты видел? Он тормозил просто. Он просто затормозил, и я прихожу первый. Отлично, вот так-то, мужик, не будешь тормозить. Ух, хорошо. Так, что у меня по деньгам? Давайте, наверное, сразу в гараж. Поглядим, что у меня там с деньгами. Значит, 8150 у меня всего лишь налички, не хватает у меня, не хватает. Давайте следующую гонку. Так, это у нас что? Минимум, дистанция, кольцо, да? Кольцо. Хорошо, давайте берем кольцо тогда. И попробуем по кольцу уже покатаемся. Ух ты, о да, Митсубиси там Эклипс была. Давай, давай, вперед. И сразу закись азота и вперед полетели. Так, пока ушли вперед, надолго, ненадолго, не знаю, потому что, возможно, тут будет тоже тяжело. Ух ты, так, 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 зря включил тут, в принципе. Ну ладно, ладно, потихонечку попробуем сейчас вот это все пройти. Все, и выключаем теперь. Полетели, вот, отлично, отлично. Очень узкая трасса, ты посмотри, улочки такие узенькие, ай-яй-яй-яй. Так, ладно, небольшая ошибка, но это не страшно, это не страшно, вот, теперь нормально, мы с вами пошли. Так, у нас два круга будет на этой два круга. Так, ну хорошо, я думаю, надо будет, главное, вовремя нам с вами замедлялку использовать, и все, мы будем хорошо справляться. Так. Впереди будет резкий сейчас поворот, да, я вижу, ох, и мы полетели с вами просто, почти крыши задели. Вот так, тучка, применяем линия, все, и отключаем, и нитров врубаем на прямом участке, погнали. Так, пока нормально, идем нормально, первые апанки наши далеко позади. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, так, ладно, тут справляюсь. Ух, и тут справляюсь, чуть-чуть почти задело, почти бы задело ограждение, но вроде нет. Так, 3 секунды, рыв всего лишь, 3 секунды, это мало, ребят, это мало, но, в принципе, неплохо, в принципе,
Самое главное, что мы на первом месте. Ой, там сокращение было. Там ты видел, какое хорошее было сокращение трассы, а? Можно было сократить, конечно, но... Ладно, летим. Так, когда у нас круг закончится, а? Когда у нас первый круг закончится, я не понимаю. Вот сейчас, наверное, где-то вот здесь, да? Ух, вот тут можно, да. Вот тут, сильно я, конечно, руль дернул, но ладно, ничего страшного. Едь, машина. Так, у меня нитро полная, я это вижу, да, но нету прямого участка. Вот сейчас есть, вот сейчас можно применить. Вот, летим. Так, вот здесь можно чуть-чуть. Ух, сильно, ты посмотри, как занесло меня, а. Так, это что, это у нас сокращение? Да, это у нас сокращение, ребятки. Это у нас неплохое сокращение, и мои оппоненты там что-то застряли. Они в аварию попали, что ли? Так, вот тут посильнее надо. Вот тут посильнее. Ну, тут ударится, да, придется удариться. Потому что никак по-другому здесь не пройти. Отлично, ребят. Мы неплохо с вами оторвались от своих оппонентов. По-моему, да, 5 секунд, но не так. Не сказать, что это прям круто. Так, вот здесь потихонечку, вот здесь, нет, не надо, ну не надо такие заносы делать. Машина, ты чего творишь? Я не понимаю, зачем она такие огромные заносы делает? Ладно, летим, ребят, летим, я даже на мини-карту, наверное, не буду обращать внимания, чтобы не отвлекаться от дороги. Будем ехать с вами потихонечку, так. Хорошо, здесь мы проходим, здесь у нас резких поворотов вроде нет, да что ж такое, ты посмотри, как ее в поворот кидает, а? Ой, в занос вернее. Она очень легко поддает заносу, эта машина, пока я не понимаю почему. Может быть, у нее задний привод, то есть задние колеса ведущие, поэтому так происходит такая ситуация, непонятно. Так, вот здесь, так, тут можно потихонечку, да, и нитро врубаем, чтобы вот... Чтобы выйти из этого заноса, надо включать нитро, ребят. Так, хорошо. В принципе, неплохо сейчас справляемся. Так, у нас вот здесь, по-моему, да, трасса сейчас сократится. Здесь потихонечку надо. Ай-яй-яй-яй, да, опять на грани было. Опять я чуть не задел. Даже немножечко я черканул бортом. Так, 2 секунды, опять отрыв. Они меня начинают здесь догонять. Видишь, да? Они меня начинают здесь догонять. Так, я помню, да, что вот здесь где-то будет сокращение. Можем попробовать им воспользоваться. Давай попробуем. Ух, неплохо. В принципе, неплохо. Нормально справился. Так, больше сокращений, по-моему, нету. Здесь мы можем просто ехать. Сейчас вот здесь будет поворот. А, он резкий. Линия не изводит. Ну да ладно, я его пройду. Поворот потихонечку. Они меня догоняют, посмотри. Они рядом, всем рядом, вот, да, видите, видно их даже. Так, вот здесь на прямом участке сейчас мы сможем немножко, хотя нет, здесь, наверное, я не буду. Вот здесь, я думаю, что можно будет попробовать. Что такое, давай. Сокращение было очень крутое сокращение, ребят, и я им не воспользовался. Если мои оппоненты сейчас им воспользуются, то это будет край, ребят, это будет край. Ну я прихожу первый, ребят, я прихожу, отлично, выигрываем. Ух ты, Рок, нежнее с пончиками. Надеюсь, ты уже сбросил парочку пончиков на головы копам. Рад, если тебе понравилось. Другое дело, что смех смехом, а просто так же сшибать эти вещи не стоит. Потом в нужный момент их может не хватить. Что может быть веселее, чем специально зацепить за собой хвост, привести его в нужное место и полюбоваться на то, как они барахтаются? Разве это сравнится с тем, чтобы уронить эту дуру просто так? Или еще хуже, сбить и не попасть по копам, дать им время отстать или вообще обогнать тебя. Нет, что ни говори, а сбивание пончика — это точная наука. Да, это точно. Он говорит про пончики, большие пончики, когда... Так. Так. Так, что у нас по деньгам, ребят? Давайте в гараж поглядим, что мы там... 12-150. Опять же, не хватает нам то, чтобы прокачать тачку. Ну что ж, давайте в следующую гонку тогда отправляемся. Так, денежный приз, истребитель, так, 4000. Ага. Окей, начинаем гонку. Значит, здесь нам нужно, я так понимаю, на скорость пролетать. Да, похоже, это так. Похоже, нам нужно на скорость просто пролетать. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас поглядим, ребят. Погнали. Сразу я нитру врубаю и вперед.
Так, здесь небольшой поворотик. Ладно, я с ним справляюсь. Теперь надо копить нитру, чтобы мне пролететь прямо на вот этой огромной скорости. Давай! Пролетаю. Так, 230 км в час. Это хорошо, это отлично. Так, 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 выходим. Вот это да! Вот это да! Ух, ребят, ребят, вот это ошибка у меня была сейчас огромнейшая, просто огромнейшая ошибка. Так, я пока на первом месте, 230 км в час у меня скорость. В принципе, нормально. Так, сейчас мне нужно опять подразогнаться, и у меня 227. Отлично, опять же, я на первом месте. Так, ладно, хорошо, сюда, сюда, сюда. Так, поехали, поехали. Так, летим, ребят, следующий. Так, опять набираем нитро. Набираем нитро. Сейчас будет опять. Вот, вот тут. 202 км в час. 202. Так, пока на первом месте я. Пока на первом месте. Летим. Летим. Так, следующий, следующий. Итак, опять на первом месте. 202 км в час. Так, да, меня поддогоняет. Немножко меня гоняет, ребят. Меня немножко гоняет. Так, ну надо... Надо собраться, надо собраться. Вот это замедление. Вот это крутое замедление сейчас было. 175, ребят. Я начинаю сдавать позиции. Ах, посмотрел и замедлился. Так, летим, 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 летим. Так, и что у меня? На каком я месте? Так, победа. Да, победа, отлично. Победа, победа вместо обеда. Это хорошо, ребятки, это хорошо. Так, все тут, все ломает. Давайте догоним наших этих оппонентов. Погнали. Так, ну теперь нам нужно с вами прокачать. Нам нужно найти гараж, где мы могли бы это сделать. Ну что, будем их обходить, а, ребята? Ушел, давай, обойду его. Все, я обхожу. Так, что у нас? Так, потормозим. Надо найти с ней. Так, какую? В эту, да. Ох, как машину засунул. Так, конкретно за мной причем. Так, нам надо найти там и тюнинг. За тюнингом купить подув, по-моему, да? Да, сейчас, да, попробуем. Доедем куда-то, где тут будет. Ух ты, трасса. Так, вот тут вот я впереди. Так, нет. Мне надо вот, да? Да, вот сюда. И вот здесь сейчас где-то будет тюнинг, ребят. Где-то тут должен быть тюнинг. Вот оно, отлично, мы нашли с вами. Так, давайте, короче, тюнинг. Значит, нам нужна трансмиссия. Вторая. Так, покупаем, да. Отправляемся сразу в корзину. Приобрести, да, приобрести 12200. Отлично, приобретаем. У нас тачка вообще прокачалась капитально. Так, а что у нас стайлинг? Может быть, мы можем спойлер какой-нибудь себе крутой сделать? Так, карбон спор. Сколько он стоит? Стоимость 3000, 5000. Ого, у меня всего... Нет, не хватает, ребят, у меня мало денег. Так, давайте выходим. Сейчас вернемся сразу в гараж и выберем следующую уже гонку. Давайте посмотрим. Так, черный список. Сколько мы с вами... Так, три гонки мы с вами выиграли. Давайте тогда пари попробуем выиграть. Так, первая пари. Нанести ущерб государству на сумму 20 тысяч, а затем отравитесь от погони. Ух, это я люблю. Вау, коп. Полетели! Бам! Да, отлично. Ущерб государству 2500. Так, что я еще могу тут им ущерб какой? Да, есть, отлично. Так, ущерб государству, сбиваем все, сбиваем все. Просто мне нужно сбивать все на своем пути. Ух ты! А ну-ка отстань от меня. Ах, арест, арест горит. Так, сколько я там нанес? 3700, ребятки. Давайте все сносить на своем пути. На! Все будем уничтожать, все сбивать, все эти мусорные баки, контейнеры. На, всякие тачки, 5700, на, еще. Ты выиграл пари, нарушение. Так, 6500, так, ушел, ушел. Так, вот, смотри, тачки стоят. На, ох, на, есть, отлично. 7150, на, еще. Ого, колеса даже у этой тачки отлетают. На, 8. Так, 8, 9. Так, столбы сбиваем? Да, сбиваем. На, ух ты, хорошо. Так, где еще, где еще? Давай вот эту тачку, на, держи. 15600 уже, ребятки. 15, так, давай эту тачку, на, полицейский. Давай, 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 догоняем. Где он там? Я его не вижу. Да. Едем. Оу, я врезался. Ушел полицейский, уйди от меня. Так, 20 тысяч, все.
Осталось, короче, от них убежать просто, ребят. Осталось от них убежать. Оторваться. Нате, еще вам. Все, осталось, короче, мне просто скрыться. Давай. Ох, я что-то там сбил. Все, есть ожидание. Осталось мне дождаться. Так, куда бы мне податься, а, ребят? Куда бы мне податься? А так, могу вот сюда, да, вот сюда. Смотри, вот здесь где-то. Все, отлично. Все, я выиграл. Да, я выиграл, похоже. Ух ты, Мия звонит. Вот Мия. Тут один коп зовут Кросс, очень тобой интересуется. Ездит на корвете C6. Увидишь его, вали сразу. С ним всегда толпа подручных. Как минимум трое. А кружа бибикнуть не успеешь. Меня так уже раз прижали. Ладно, если что, свистни. Ясно. Ну что ж, мы с вами выполнили это пари, ребят. Ух ты, можем все это посносить. Классно. Так, я предлагаю, давайте на этом закончим, ребят. У меня для вас еще очень такая позитивная есть новость. Я готовлю на канале Funny Games TV стрим. Скорее всего, возможно, не обещаю, конечно, но возможно на этой неделе, ребят. И я хотел бы, чтобы вы в комментариях написали, предложили игры, по которым мне стоит провести стрим. Я вот предлагаю, допустим, по NFS Most Wanted можно устроить стрим часа на 3, на 4. И, может быть, мы с вами пройдем еще пару боссов даже за это время. О, хотя временем мне копы. Единственное, что у меня пока проблемы с настройками, с компьютером. Я пытаюсь как бы этот технический вопрос решить сейчас. Если мне удастся его решить в ближайшее время, то я думаю, что... может быть, даже в пятницу, либо в субботу я проведу первый стрим, ребятки, на канале Funny Games TV. Поэтому ставьте лайк, ребят, если вы хотите увидеть стрим на канале Funny Games TV по игре NFS Most Wanted, либо еще по какой-либо, пишите в комментариях, предлагайте свою игру. Вот, ну и все, ребятки, давайте на этом заканчивать. Посмотрите видео, которые сейчас вышли на вашем экране. Также подпишитесь на канал, если вы еще не подписались, нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе предстоящего стрима и новых видео на канале Funny Games TV. Ну а с вами был Максим, ребятки, всем удачи и всем пока!